В эфире «Лаборатория русской кибернетики» и ее заведующий Александр Киреев. Свадьба – дело тонкое, особенно на Востоке. Оставим аспект любви здесь на заднем плане. На свадьбы копят годами, либо десятилетия выплачивают однажды взятый кредит. И все ради нескольких дней безудержного свадебного рейва. Хормарли мухлислар, дорогие слушатели, в рамках укрепления центрально-азиатской дружбы мы направляемся в древний город Коканд, что находится в юго-западной части Ферганской долины. Нас туда пригласила на свадебный рейв местная группировка Loud 373. Ну хорошо, не то чтобы пригласила, у нас есть надежда пробраться на мероприятие, растворившись среди сотен других гостей. Но уверен, что скинув чапан, нам будут рады, а скинуть придется из-за ожидающейся жаришки. Loud 373 – два узбекистанских музыкальных продюсера, которые на своей пластинке «Рейвлар Мубарак» взялись исследовать тему узбекских региональных свадеб. Причем, как если бы там врубали техно, acid, drum and bass и дабстеп. В итоге национальный колорит выкручен на максимальный контраст. Колонки хрипят, уста юморист колдует над словами, публика смеется и пляшет, пилятся тиктоки с локальными мемами. Звонить в Коканд по номеру 373 не придется. Loud 373 сейчас устроит демо-версию свадебного рейва с композицией Бухара Acid. Это просто какой-то ренессанс-лар. Thank you.
смотрите, что вы стоите.